Первый трючок от ЛСП после прослушивания трилогии «Городов». Интересно посмотреть, что это такое. Наверное, по технике мы снова не сможем доебаться. «Курточка» называется трючок. «Моя Мишель». «Моя Мишель» и ЛСП. Produced by «Моя Мишель». Да. Российская музыкальная группа из Благовещенска, основана в 2009 году. В своем творчестве группа использует стили синти-поп. Респект. Ну и там явно что-то еще, наверное. Да. Павел Шевчук, композитор, аранжировщик, продюсер, звукозаписи, инженер из города Москва. Контакт на официальный сайт. Круто. Давайте посмотрим, что это такое. Сейчас. Курточка, погнали, слушаем 3.13. Холодно, да? Окей. Окей. Основан на реальных событиях. Из основы прямо у него на коленях. Окей, окей. Сутки во Влади, ты уснула у меня на коленях. Отчего же ты дрожишь опять, Таня? Оденься скорее, заболеешь. Курточка велика в плечах, мне-то хочется закричать. Любишь ты меня, ты меня, ты меня, ты меня. На метро не успеем сесть, будет город списан весь твоим. Местам незнакомым возят туда-сюда. Глупо скрывать, там много замерзает дам. И все норовят примерить мой стильный наряд. Курточка велика в плечах. Вот, вот это ее музыка. Мне-то хочется закричать. Любишь ты меня, ты меня, ты меня, ты меня. На метро не успеем сесть, будет город списан весь твой. Здесь неплохо. Маленькое сердце выставляешь на стол. Куртка на прокат. И я тоже. Он свое маленькое сердце выставляешь на стол. Не рискну долгую с тобой играть. Я и ускользну. И что-то мне в твоих объятиях тяжело дышать. Стало курточка мала, а под ней горит пожар, пожирающий. Да-да, очень похоже на что-то. Прям по нотам. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Прям пиздец похож трек на что-то. Очень дико похож. Прям ноты вообще прям. Очень похоже, очень похоже. Бля, не могу вспомнить. Да-да, русский-русский трек. Русский старый трек попсовый. Старый трек русский попсовый. Да-да-да-да-да. Там, блядь. Тоже там чуть ли не про закат было там. Или это, может быть, это он, оно и есть, бля? Может, они просто что-то перепили, а мы нихуя не можем выкупить? Да нет, авторская песня. Хуй знает. По вайбу, может быть, и ёлка, да. Может, и ёлка.
Хуй знает, короче. Честно, неоднозначный трек. Неоднозначный. Да, ну что-то похоже дико вообще. Очень похоже. Не-не-не, не то, что типа там попса друг на друга похожи. Не-не-не, прям вот есть по нотам. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Вот-вот, прям вот. Нет-нет, бро, если бы все было друг на друга похоже, не было бы таких сайтов, на которых ты можешь просто вот так настучать трек. Та-д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 а. И он тебе выдаст, блядь, прям именно этот трек. Нужно прям пальцем накликать. Понимаешь, какие-то ноты прям ты накликиваешь, и он тебе четко показывает твои треки. Неоднозначный трек, если честно. Вот второй куплет у вас вообще не зашел. Третий как будто, ну, вообще в целом как будто бы не совсем музыка его, да? Не совсем его. Здесь как бы Мишель, да, Мишель тащит неплохо. Неплохо, да, весьма. Ну, может быть, чуть перезатянутый трючок. Ну, вот это ее, конечно, атмосфера, прям точно. Это ее атмосфера, ее музыка. Прикольно. О, может, в натуре отпетые мошенники у реки и два берега. Хуй знает, кстати, да. Ну-ка. Или... Кто это там пел, бля? Или это не отпетые мошенники? Кто это был вообще? А, или Шура, бля, точно. Точно. По-моему, какая-то песня Шуры, блядь. Точно, братва. У Шуры два берега это есть. Да. Точно. Как она называется? Точно, братва. Ладно, не будем душнить. Кто захочет, сам найдет, проверит. Да. Атмосфера вайб. 3 балла. Тренд все актуальный жанр синтепоп. Ну что, я думаю, что вот все-таки оно уже потихонечку вылазит, да, уже так 4 можно поставить даже, да? Я думаю, что, по идее. Индивидуальность и харизма. 8. Да. Реализация выбранного стиля. ЛСП 7. Где-то 9, 8, да. Структура, ритмика, душно, 7. Рифмы, образы. Неплохо где-то вот так, где-то, да. Где-то так. Отшумели летние дожди, еще что-то. Короче, да, вот что-то вот туда это. Что-то туда. Старая вот, российская песня. Вот так, ну, норм. Просто норм, да. В плейлист не залетает, к сожалению. Плейлисты наши в описании обязательно. Заходите, смотрите. Телеграм-канал, кто не подписан, да, теряет пол жизни, пиздец. Поэтому вот такая вот история.